получается. Ну, понятно, у Березняков всегда особый путь, да, конечно. Посмотрим в этом году еще. Более не особый путь, а правильный путь. Правильный, конечно. Вещи. Только сколько лет делается в Березняках, Сергей Петрович? А вы быстрее сделаете? Я? Ну. У каждого своя работа. Такой диалог состоялся между главой города Сергеем Дьяковым и помощником природоохранного прокурора Александром Котельниковым после доклада главы надзорного ведомства Андрея Жигайлова. Но вперед забегать не будем, вкратце о докладе, который зачитывали целый час. За минувший год природоохранная прокуратура выявила более 1500 нарушений закона. По сравнению с 2018 отмечен небольшой рост. Больше всего нарушений выявили в сфере обращения с отходами, свалки, контейнеры, мусорки. К слову, одна из главных проблем, которую не могут решить уже год, это внедрение новой, так называемой мусорной реформы. Если говорить о структуре выявленных нарушений, то большинство нарушений в 2019 году природоохранной прокуратурой выявлено в сфере исполнения законодательства об отходах производства и потребления. В городе почти все контейнеры и площадки под них не отвечают нормам. Нет крышек на баках или же навесов над ними. Вокруг контейнерных площадок должны расти кусты, а не завалы от бытовых отходов. Здесь глава города Сергей Дьяков прямо сказал, решить проблему не в силе. Если бы мы имели прямое влияние на перевозчиков, вопросов нет. Прямого влияния на перевозчиков сегодня, по содержанию там площадки и так далее, у нас таких полномочий нет. Дайте нам эти полномочия, мы на этих контейнерных площадках там ребят поставим на место. Но сегодня мы только можем бумагу оператору написать, что там вот она плохая. Помощник прокурора Александр Котельников предложил главе города время от времени писать заявление в природоохранную прокуратуру. Коснулось это лишь уборки площадок от мусора. А по приведению площадок в нормативный вид уже прошли судебные заседания, на которых судья обязал владельцев мусорок привести их в порядок, но все сроки уже упущены. На следующей неделе пройдет прокурорская проверка по этому факту. У нас четверо, да, в прокуратуре всего оперативных работников. Мы хотели бы от вас получать, то есть, больше информации. Мы очень мало получаем информации. К сожалению. Давайте сотрудничать. Мы с вами также можем помочь сделать наш город чище. Если вам известно о незаконных свалках мусора и загрязнении окружающей среды, незаконной рубке леса, позвоните в природоохранную прокуратуру по телефону 26 66 53. Сергей Коленик, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекамья.